на скидку. Вон они на кричили, это я именно по наскидку. Там до синий так сделал. Все, пусть они не сыграть что-нибудь повеселее. Вечно эти евреи только тоску нагоняют. Это можно когда-нибудь помыть или нет? Штанов. Вас попросил. Мои убеждения имеют дело для меня, а вас не касается. Вам бы ноты выучить, Саша. Хоть бы записать все, что вы сочиняете. Пропадет же все. Сегодня придет один весьма понимающий господин. Я вам его покажу. Только, Жора, держашь хлопот. Сыграйте что-нибудь. Ну, не как же пропадать с вашим талантом.